Всем салют, друзья! С вами я, Метатроныч. Наконец-то, как вы и просили, продолжаем тестировать Radius Pro RP201. Почему не сотая серия? Ну, я так решил, что, знаете, вот сотую серию мы минимальную модель глянули. В принципе, дальше ясно, что. Ну, и мне как-то уже неинтересно. Я уже знаю, что там будет за схемотехника. Навряд ли там что-то сильно изменилось. Ну, экранчик, да? Добавили, вот, может быть, и все. А 201 мы не смотрели, ну, вообще 200-ю, так что будем с 201. Но взял я, как обычно, парочку, чтобы порадовать. Я думаю, что такая традиция, надеюсь, очень у меня сохранится. Так, буду ли я продавать эти радиостанции или нет? Эти все вопросы во ВКонтакт, в опросницу. Пожалуйста, не под видео. Здесь только по теме. Давайте посмотрим комплектацию, к черту слова. Итак, RP-201. Во-первых, она открывается немножечко иначе, нежели 101-я модель. Я имею в виду коробочку. Здесь инструкция. Ну, я уверен, что она тоже, да, на русском языке. Я даже смотреть ее не буду. Мне достаточно, что в 101-й было все окей. Так, блок питания. Ну, блок питания такой же, как и в 101-й. 1 ампер, 6 вольт. А, нет, не такой же. 6 вольт. 6 вольт. А в 101-й был блок питания 12 вольт. Сейчас вот я покажу. Вот он у меня. Видите, 12 вольт. Я заряжаю свои 101 иногда, и вот он у меня в рабочем, короче, положении находится по этому ряду. А здесь 6 вольт. Ха. Ладно, дальше что? Дальше что? Что-то за зарядник. Какой-то он... А, это одинарный просто. Просто если надо, видимо, аккумулятор, то вот эту рисочку сюда передвигаешь, и все норм, да? Если всю радиостанцию, то вот так. Ну... Ну, не знаю, спорное решение, ТТХ. Вот они. Так, что еще, что еще? Да, станции я взял на UHF диапазон 70 сантиметров. О, какая маленькая антенка. Ну, сразу видно, да, что это UHF-ная антенка. Она ни хрена, ну так, чуть-чуть гибкая, но не особо, но зато короткая. Кто любит короткие антенки, тому будет интересно. Так. Батарея, аккумулятор. Да, вот тут, кстати, самое интересное возникает. Почему я 201 взял? Мне заинтересовал аккумулятор. Точнее, способ его установки. Я так разглядывал. Сейчас вот мы с вами проверим. Вот, видели, 2300 миллиампер. Так. Ну, здесь ремешок. И... Что у нас? И клипса, да? Клипса также выполнена с железа здесь. Все нормально. Так, вот. Ну, так, первые впечатления. Комплектацию мы посмотрели. Первое впечатление, что здесь... Оу, черт, а где же аккумулятор? А он, в общем, вставляется вот так вот, смотри, приятель. Он вставляется как магазин к пистолету просто-напросто. Вот так вот, как Джеймс Бонд, может так. Ха! One. Вообще шикарная. Я не понял, в чем прикол такого конструктивного особенности такой вот конструктивной, но она есть. Раз. И вылетает еще так же. Там, то есть, подпружинено, гляди. Оп. Прикольно. Аккумулятор плоский весь такой. Ну, наверное, он лучше будет защищен от ударов. То есть станция тоже позиционируется, скорее всего, как такая рабочая радиостанция под нужды. Даже не скорее всего, а так и есть. Потому что тут обещали защиту от намагничивания. А давайте сейчас проверим. От намагничивания к динамику. То есть в цехах, если где-то, то... Кстати, что здесь за щелочка? Ну, вот, все так же, все те же разъемы, шнуры, программирования те же подойдут. Все то же самое. Так, кнопочка. Кнопочка отзывчивая, PTT. Дальше, наверное, монитор и какой-нибудь вызов или функциональная, или еще какая-нибудь. Станция так вот выглядит меньше в руке. Давайте я 101-ю покажу. И ее 101-я немножечко. Да нет, 101-я меньше. А почему это так лежит? Ну-ка, сейчас, секунду. Сейчас пощупаю. Ага, понял. Она такая более анатомически выполнена. Вот эти вот края скругленные, такие вдавленные, такая обмыленная форма. Вот из-за этого хват лучше. Очень легкая. 101-я нереально тяжелая. Это очень легкая. Я, кстати, кажется, знаю, почему она легкая.
Наверное, потому что там, может, и есть какая-нибудь алюминиевая основа, но ее явно немного. В общем, очень-очень-очень легкая. А, да, динамик. Мне еще интересно было. Сейчас хоть железку найду. Так, что-нибудь. Ну, вот хотя бы вот это вот. А, так, динамик. Ну, вот на производстве, знаете, где пыль или какая-нибудь металлическая стружка, то 101-я, мне кажется, не очень подойдет. Все будет налипать, залипать, что будет выводить станцию из строя. Ну, а ты давай, покажи, сейчас посмотрим. Оп, не магнитит. Так, не понял, еще раз, может, как-нибудь так. Магнитит. Ну, в общем-то, да. На сайте не обманули то, что радиостанция ничего к себе не примагничивает. Прикольно, что я могу сказать. Вот. Но все равно она какая-то такая больше пластиковая. Но она и стоит-то дешевле, меньше 2000 рублей. Поэтому, наверное. Ну и да, еще она на 3 ватта всего лишь. Ну, мы проверим, мы потестируем обязательно. Вот. Но я думаю, все по комплектации и по распаковке я вам показал. Сейчас мы ее вставим еще сюда с вами. Стоит. Нормально. Давайте заодно и зарядку включим. Сейчас включим. Ага, красный, не горит. Ну, да, заряжается. На этом все. Так что, дружище, вот здесь вот подписывайся на канал, потому что здесь всегда что-то интересное. И ставь большой палец вверх. Чем больше лайков, тем скорее выйдут тесты на радиостанцию РП-201. Чем больше вот лайков, тем очень скорее. Прям вот наберем много лайков, сразу выйдут тесты. Я специально все брошу, все остановлю и пущусь в путешествие, чтобы протестировать 201-ю модельку. Вот такие вот дела. С тобой был я, Метатроныч. До скорых встреч. Пока. Еще PS, ребята, я вот почему взял 201 Radius Pro. Знаете, заметил такую вещь, ну, выбирал, вы, конечно, просили, чтобы Radius Pro я взял еще как что-то там из их линейки. Сейчас как раз закручиваю вторую станцию, буду тоже на зарядку втыкать. В общем-то, смотрел, блин, не могу примагнитить, и увидел, что некоторые фирмы в кавычках, которые якобы российские, они начали вести копии вот этих вот 201-х радиопрошек. Я думаю такой, если уж начали вести копии, то значит и оригинал должен быть ничего так. Вот. Но они везут, она внешне так же выглядит, только шильдик свой лепят, такие вот. Такие пироги. Так что можете наткнуться на копии, которые внешне будут похожи, но это будет не Radius Pro, а что-то другое. Просто Radius Pro, я их уже давно видел, а эти только-только появились, такие раскрасивые все. Думаю, ну, возьму 201. Раз уж такое дело. Раз уж копируют, то значит что-то тут интересное будет. Но во всяком случае, антимагнитная динамик, вот эта штука уже оказалась правдой. Самое главное, еще раз, на бис. Как аккумулятор вылетает просто. Джеймс Бонд. Ну ладно, все. Такая небольшая дописулечка была. До скорых встреч на тестах. Давно не делал такие дописулечки в конце своих видео. Многим моим старым фанатам, кто давно меня смотрит, старым зрителям будет приятно такое увидеть и услышать. Но если, конечно, вам такое нравится и новым зрителям, то лайк ставь, если не поставил в тот раз, когда я говорил еще. Ладненько, пойду заряжать.